Уважаемые луганчане, на днях руководство Луганска, конкретно главный архитектор Женеску, выступил с инициативой установить в городе Луганске памятник императрице Екатерине II, как основательнице нашего города. Луганская гвардия не может не приветствовать данную инициативу, однако предложение господина Женеску установить этот памятник довольно далеко от центра, в районе железнодорожного вокзала, нас не очень удовлетворяет. Поэтому мы выступаем со своей инициативой. Памятник императрице Екатерине II, как основательнице нашего города, должен стоять в центре города, на центральной площади города, то есть в том месте, где сейчас находится сквер Героя Великой Отечественной войны, где стоит памятник некоему малоизвестному третьеразрядному украинскому поэту 19 века Тарасу Григорьевичу Шевченко. Здесь должен стоять памятник основательнице нашего города Екатерине, а памятник Шевченко, мы считаем, нужно перенести на улицу его имени. То есть там, где находятся музеи, музей истории города Луганска, музей краеведческий. Эта улица носит имя Шевченко, вот пусть памятник Шевченко там и стоит. Вот такое наше предложение организации общественного движения «Луганская гвардия».